Всем привет, вы на канале Blood Pontiff, это игра Tavern Mastery, мы будем продолжать, по-моему, часть шестая. И прежде чем начнем, я хочу поздравить всех, весь женский пол с 8 марта, желаю вам любви и быть любимыми, с праздником, мои дорогие. А теперь продолжим. Не, нам ничего закрывать, все работает. Так, есть первый этаж. Алло. Есть недостроенный второй. Я так и не понял, почему мы не смогли здесь стену построить. Такое ощущение, как будто... пусть будет так, все, даем. Итак, у нас... встреча палачей на следующий день. Погнали. И дали мы таких. Один раз уже попались, хватит. На этом все. Так. Посетители, картины нам дадут. Напольная плиточка. Обслужите 100 золотых посетителей. Достигнет 400. Ага. Ну, в принципе, все нормально. В смысле, уже... А что там по исследованию? Ну, ничего нельзя с этим поделать. Такова жизнь. Реально, не палачи пришли. Он сидит и... Я сегодня, говорит, отрубил голову одному. А другой говорит ему то же самое. Я тоже одного голову отрубил, это... Ты сколько отрубил? Я, да, а я там три. Ну, выпил за это, да, выпил. Ну, сколько в этом году ты отрубил голову? Очень странно, что в таком небольшом замке, в принципе, 130 палачей. Ну, так-то нормально, конечно. Почему бы нет? Чего у тебя происходит? Ты почему грустный опять? Что с тобой? А, это не ты был. Так, а что? Во, я про вас забыл уже, ребята. Я даже как убрал вас, так и все. Невидимую зону. Так, вопрос. У нас скоро мероприятие. Мысли нет. Есть. Празднование военной победы. Так, горошек, мясо. Нужен горошек. Сколько у нас горошек? 28, мясо 22. Ну тогда... Тогда тут все понятно. Вперед. Вперед, мой воин. Воин таверны. Что такое? Все нормально? Все хорошо? Где? Все нормально. Они едят все грибной суп. Пьют эль и едят грибной суп. Что-то мне не хватает официантов, походу, у меня такое ощущение. Пора бы нанять. Это подозрительно только повара, дядя, и все. Очень много палачей проходит мимо. Мне это не нравится. Ну ладно, мы купим на классные столы теперь.
очень подозрительно выделяется одна занавеска. Шторка. Шторы. Ну, что-то типа того. Ну, в принципе, много посетителей не надо. Просто надо... И, ну, много, и, ну, еще много. Ну, ничего. Сейчас посмотрим, насколько у нас меньше станет. Все, конечно, от количества зависит. Итак. Следующий день начать. Пауза. Обычный ясный день. 369. Изменить цену. Увеличить. Нормально. Нормально. Это нормально. Зато денег больше. Итак, наверное, я сразу переставлю, пока никто не сел. Не присел. Как у нас там? Это плотненько, да? Не, не хочу, чтобы было все плотно. Конечно, прекрасно, с одной стороны, а с другой стороны, как же вешалки там. Что такое? Может, все-таки культурное заведение. Культурная таверна. Максимум культуры. Почему я это сделал? Потому что я хотел перенести вот так вот, наверное, я хотел сделать вот так вот. Здесь уже будут типа элитные столы такие, вот за вот это за вот столечко денежек. А маленькие столы типа это больше престижа-то дают, но меньше посетителей. Когда будем делать маленькие, посмотрим, что там получится. Эти уберем, вот сексуальные такие. Вот это надо подвинуть. Типа, опа, такая, типа, проход сюда. Да. Чё, денег нет? Денег нет? Да. Значит, все. Так, нет денег пока, ребят. Пока нет денег. Надо отправлять с максимальной пользой, что толку вот это было. Рабыню. Отлично. Вообще надо бы, наверное, уже купить медовуху там с сидром хотя бы разочек. Смотреть хоть как это будет выглядеть. Походу мы сейчас это купим. Давай. Опа.
Чё, как дорого. Чё, ну капец, медовуха ценная. Чё, почём там медовуха стоит? 9 монеток, ну ладно. Давай здесь заполним тогда. И вот здесь, да? А максимум сейчас будет у нас все-таки мероприятие. Там важнейшее, прям наиважнейшее за всю историю нашего проекта. Проекта построить таверню и выжми из нее все, что можно. Опа. Сегодня? А, не сегодня, ё-моё. Что это такое? Там, смотри, нормально он интересен в этот раз. Что это такое, индейка? А индейка нам нужна на какое мероприятие? Можно за ней еще долго не ходить. Принц позовешь, он тут у королей сейчас, как всегда. Сделайте мне то, сделайте мне то, дайте мне бесплатную койку. Чё-то дорого кокосы нынче. Сыр надо? У нас сыр, по-моему, нет. 100% выполнение вообще. 95 выполнить. Это тоже, ну, может, даже с горохом сходим. А даже нет. Чё, как много разницы большая. Бам, бам, бам. Так вот, и грибы. Ой, идеально вообще. Чё, все разошлись. Мне кажется, надо больше стол. Надо вот сейчас все копим денежку. Молоко все выпили. Но мне не хватит на стол даже. Алё, ну чё за фигня-то? А чё они там будут покупать, кстати? Пиво и эль. Пиво есть, эль есть. Пиво есть, эль есть. Давайте мебель переставим. Вот так вот я сделаю, типа какая разница, да? Пока что хотя бы насколько хватит, да, намного не хватило, но ладно. Все, мероприятие по перо. Угу. Так, убедиться, что персонажи у меня все счастливые. И чё, блин, говорец, блин, забыл. Веселись давай. Нет, задание выполнить. Да, урожай, картина урожай, ё-моё. Так, бесплатно. Первую комнату. Урожай. Красота там. Там вообще просто шикарно. Вот он где спать будет? Здесь? Где спать будет? Куда смотреть, когда спишь? На какую картину? Здесь будет, ладно.
что ли? Идеально просто. Только стены еще фигня какая-то. Ну, стены, конечно, ну, или такие. Ну, это в одной этаж, типа. Типа... Что-то как-то слишком... Ну, ладно. Может быть, все-таки вот такие какие-нибудь, типа. Это на какой-то притон больше похоже, чем... Ну, хотя бы в комнате такого не вызывающий, да? В комнатах мало тут, в принципе, коридор, может быть, еще как-то можно... Типа, куда ни шло. Пока так. Там дальше же не знаю, что будет. Так, ну, тут не важно. Все, погнали к мероприятиям. Так, толпа рыцарей. Короче, кажется, не все рыцари удовлетворены. Мне не дают бабла за это. Мне нужно срочно построить еще пару ловок. Когда будут деньги, естественно. Еще много надо рыцарей, да? Почему такое расстояние зверское? Это что за беспредел? Может, мы тебя перенесем куда-нибудь там, не знаю, вот сюда. А ты все-таки пойдешь вот сюда обратно. Ну, типа как-то... Чтобы не мешать гостям веселиться, там, не мешать мне строиться. Давай быстрее! Нам еще дофига народу, больше денег надо. Потом буду разбираться, как тут. Вас очень много, ребят. А, я теперь понял, я не знаю, почему я денег не заработал за наших палачей. Так. Много вас тут? Мне не хватает вас на 200-то.
кровати нам нужна. А, в смысле? Нет, они сейчас будут уходить, нам надо вот это сделать. Или кухню. Пусть идут. Еще даже деньги идут до сих пор. Так и где наши следователи должны быть? Вот они. Следователь, точно. Ты следуешь нам чем-нибудь вообще? Исследователя взяли. Ты чё, офигел? А раньше нельзя было сказать, что книжную полку ему надо? Я чё, знал, что ли? Где это? Книжная полка. Сколько тебе их надо, на? Это вам надо целую, блин, обсерваторию сверху делать. Обсерваторию, библиотеку. Только попёр, что ли? Ты меня просто так просидел целый день. Ай, на то вас наверху надо реально сажать где-то. Так, ладно, комнаты по 4 будут здесь, а здесь тогда... Сколько их можно делать?
ограниченное количество, я так понимаю. Так, у меня так сейчас исследуетесь тут вообще у меня тут. Понятно. Следователи будет мне тут наверху фигачить. Мне надо посетителей больше каждый день. Все. Все, погнали работать. Вон наверх пошли. И этого потом перенесу вам туда же. Пришел этот раз. Исследуем, не стесняемся, читаем больше. У нас тут народ, он бегает немерено. Мухоморов у нас тут. Мухомор больше, чем люди. Песенку одну напомнила. Еще готовите, нет, сегодня? Кажется, ребята там... Нет. Нет. Тебя перенести на... А как я тебя перенесу с нижнего этажа наверх? А вот все продумано до мелочей, эта игра продумана.
продумал все за вас, и мы сиди и играй, и радуйся жизни. Это только требуется посидеть в нее и поиграть. Ну и все. Вы же женщина-исследователь. Тогда было такое, да? Ну ладно. Свалец. Мы уже... Да тебе не хухры-мухры, мы тут все шарим, все знаем. Давай 2000 голды, короче, мне сходу. Монетки, монетки. Ну, где еще трое? Один, все. Да я понял, как работает это, мне надо дальше. Тогда вот это давай, что. Следующая вечеринка у нас будет этих палачей. Кто сколько зарезал. Ну, вообще за грибами надо отправлять тогда. Очень много как-то получается. 24-23. Вперед. Пожалел я, можно было и... Можно было. Бабки отлетают вообще. Ну, хоть что-то делаем. При этом. Вы ничего не исследуете. А что вы исследуете-то? Кровати. Так, одна звезда. Двухспальный номер. Двухспальный. Прочная кровать, удобная кровать, роскошная. Так, ну мы делаем как? Мы делаем односпальные, вот эти два, явно. Или угловую сделаем двухспальную. Там окно? Да, это окно. Интересно. Где-то ей поближе надо к стеночке, вот здесь вот, да? А здесь одна спальня. Не получится уже ничего здесь. Так, отсюда вот так. Элитный, довольно, да, там вместо кровать. А чё еще там надо поставить? Там как гардероб. Третьего. Блин, можно было кровать тогда третьего ставить, да? А, нет, четвертый. Вот есть уровень шкафа. Пятый. Ну, у нас... Сколько здесь можно этажей вообще забацать? Следующий этаж. Еще один этаж. Подвал. Четыре этажа. Значит, сюда можно было все-таки бахнуть... Ну я не поскуплюсь, я продам, мне не жалко, ладно, не так. Три звезды здесь было, три, типа обычные. Три, четыре, пять звезд, да, вот так вот. Все. Самый высокий, самый дорогой тип. Ну здесь будет еще не так много мест, следователи будут фигачить, ковыряться. Сколько? Три звезды, да? Три. Ну, гардероб вот сейчас поставим. Поставим гардероб. Чего? Где? Кто? Вот. В уголке, да? И номер отеля. Нажмите, например, чтобы... Это...
А что, все на этом, типа, освещение? Ну, освещение обязательно, что сюда нам свечку. Одной хватит свечи. Опа, загасилась у нас стена. Это сюда надо пожара, получается. Опять же. Но это уже элитные. Это вообще обычные свечи, типа, ну. Элит, потом так поэлитнее вот это, а это уже все, ну, типа. Типа, все солидно. Так, а вот здесь надо подсвечник какой-нибудь отдохнуть. Чтобы люди в темноте не стояли. Серьезно? Вот, сейчас серьезно, да? Че, денег нет? Вот, я и говорю, что нет огнетушителя, а он там нужен. Он там капец как нужен, и огнетушитель будет у нас стоять, а где-то... где-то вот здесь. И ничего там такого страшного, ужасного нет. Он должен быть. Через день закончится, мы такие бам-бам-бам, и я коврики. Ковры тут немножко еще. Или еще рано до ковров. В принципе, все типа могут. Потом. Деньги подлетели опять. Такие типа не самые элитные, а тут они все одинаковые, да? Что-то типа простенькое есть что-нибудь. Не, а, вот элитное. Это самое элитное. А, это вообще для холла. Тут, походу, мы вообще зря забахали красный цвет. И там зеленые кровати вот когда будут, тогда белый, да, вот этот простой. Идеально вообще. Что там дальше будет, я не знаю. Так. Тут двуспальная, здесь одна спальня. А ты не подслушивай, там надо спать. Надо. Тебе. Я какой тебе гардероб-то убахал? Все нормально. Все в порядке вещей. Гардероб вообще-то есть, зачем вешалки? Ну да, логично. В смысле нет денег? Что, деньги не закончились? Так,
Стены мне не нравятся, типа что-то попроще надо. Даже вот этот, в принципе, подойдет для большинства сначала. А самый последний этаж будет красный тогда. Если что, то пошло. Тогда если его делаем. Вот этот цвет. Да, потом мы... уже хорошо, так симпатично. Кстати говоря, можно ведь ниже. Так вот взять. Чего у нас никто не заходит? Че, спать никто не идет, я не понимаю. У нас что, еще не продается, что ничего? Мероприятие запланировано какое-нибудь? Ладно, ладно. Сколько еще играть надо будет? Жесть. Кстати говоря, да, мы, наверное, вот здесь половину разделим, вот еще будет, то есть вот это, наверное, все. На этом будет заканчиваться.
получается. Одна спальня. Дядь, ну ты капец вовремя, конечно, тут прилег. Прям. Мне хотят тебя туда отправить вообще. Подожди, угомонись. Все, ждем. Ой. Нам надо поменять стены и вид. Узковато, но зато нормально, по сути. Мне кажется, у нас, наверное, будет больше замка, короче. Оставить все обычное, а наверху типа элитка сделать. Не, по центру надо ставить элитку. Не, всем же надо ночевать. Можете на руку сходить? Привет. Что там? Кому плохо? Не грусти. Сейчас бомжа с кем-то опять уволим все мебель. Бля. Опа, освещение. Почему?
Ленка получает. Это так, что у нас стоял барнет, фигня. Блин, зато светло. Прям. Так. Не хватило, надо еще официантку. Ой, а как вас много-то, оказывается, ребята. Получается обычный стол покупать опять. Хотя есть вот такие столы. 550 мне стоит вообще-то. Короче, бахнем опять эти. Потому что нам нужно куда-то посадить все. Что-то.
Блин, а чё как вас много-то, ё-моё? Только палачей-то набрали в этом городе. Нажимаемся в сроки. Просто этаж стены. Нет, пол. Здесь оставляем такой деревянный. Так, значит, это мероприятие пошло. Следующий у нас будет, наверное, опять рыцари. Ставлю. И на этом, наверное, мы пока закончим. Мощно. В общем, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Еще раз с праздником. Всего хорошего, приходите к нам еще.